приветствуем, дорогие гости. Мы рады, что сегодня вы проведете вечер вместе с нами, с вами. Поскольку я так понимаю, что все вы наши перворазные слушатели, значит, мы должны вам сказать, что вся музыка, которая сегодня прозвучит, абсолютно авторская, нами написана. И следующая песня, я считаю, очень хорошо, она предваряет завтрашний праздник. Она называется «I wanna be your everything». Это такая очень нежная композиция о любви и о том, что когда ты любишь кого-то, этот человек для тебя, он твоя песня, он твоя радость, он твой дом, он твоя сила, он твое все. Песня так и называется «I wanna be your everything». Я хочу быть твоим всем.
удовольствием хочу представить вам солистов. Они в каждой песне разные. Труба Салман Абуев, Александр Бруни, флейта. Ваши аплодисменты. Спасибо ребятам за чудесные соло. Как вам? Я уверена, всем абсолютно известно, что в отношениях безоблачно все не бывает. А вот эта песня была такая нежная, такая немножко конфетно-букетная. Но иногда ты можешь понять, что тебя занесло немного не туда. Следующая песня называется «Ordinary Passion». Это такая песня, песня предостережения о том, что когда ты находишься в самом огне, пожалуйста, не перепутай очень-очень сильную страсть с настоящей любовью. Погнали! Было медное, полюбила парня бедного, а другой...
все, начали про весну, значит, следующая песня у нас будет «Весенняя». «Весенняя» — это вальс, который я написала по своим впечатлениям чудесным, романтическим, когда я была в таком замечательном южном теплом городе Киев. Кто из вас был в Киеве? Скажите, это я! Кто считает, что Киев классный город? Скажите, это я! Это я! Да. Так что я благодарна этому городу еще и за то, что он подарил мне чудесную романтическую историю, чудесную музыку, которая называется «Зеленый май». May is so blue. Кожаев контрабас. Александр Бруни-Клейва, сломана будет при вас. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, что вы делаете, когда вот вас на душе плохо? Что вы делаете? Танцуем! Мы пьем и танцуем. Еще, нужно много вариантов. Еще. Да. Слушай, вы понимаете, да, сейчас я пытаюсь сделать такую интерактивную связь со следующей песней. Я вот прям сейчас хочу, чтобы я сразу такой ответ прям угадала, я скажу, да, вот следующая песня про это. Но вот я считаю, что женщины это делают особенно часто, когда на душе плохо. Еще, еще. Друзья, вот когда вот, ну, плохо и нужно кому-то об этом... Рассказать. Да. Ну, не только, конечно, женщина это касается, но для меня, например, это достаточно частый такой способ. И эта песня, она посвящена одной из моих подруг. В ней, да, самые такие центральные слова в этой песне о том, что тебе не нужно слишком много причин для того, чтобы мне позвонить. Тебе не нужно слишком много причин для того, чтобы начать любить и уважать себя. Песня называется «Слишком много причин, да, которых не нужно». So many reasons. Вообще, насколько я прусь от того, что я играю с этими парнями. Ребята, помогите!
лучше. Thank you.
Анатолий Кожаев, контрабас, Оскар Чеканов, клавиш, Александр Бруни, флейта, Соломон Абуев, труба, меня зовут Саша Магерова. И мы все обещаем вернуться к вам после совсем небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы знаете, есть чудесная фраза о том, что каждая женщина – это ангел, цветок и дитя. И следующую песню «На крыльях вашего поздравления» я тоже считаю вместе с вами сегодня себя самой лучшей, самой умной, замечательной, тоже самой вредной иногда. Но внутри каждой из нас, конечно, жива девочка, дитя. Следующая песня адресована именно к этой части внутри вас. Эта песня называется «Ребенок перед зеркалом». Она рассказывает о том, что ты смотришь на себя, и ты привыкла видеть отражение, оболочку, какую-то внешнюю красоту, но это не все дары, которыми тебя наградил Господь, когда ты пришла в мир. Он соткал твою душу из золотого света, Он отправил тебя на эту землю и сказал, ты здесь, чтобы любить. Thank you.
Я думаю, что ваш внутренний кураж, если вот Бог любит Троицу, еще раз крепостить, прям будет классный овал. Так, на самом деле вы не подозревали, что вами пройден сейчас очень-очень серьезный тест. Да, друзья мои. Он называется «Успешно сданный тест на интерактив». Нет, вы вообще его ни разу не завалили. Но у тех, кто завалил, есть возможность реабилитироваться в этой песне. Так вот, я вас предупреждаю. Песня эта носит такое свойство. Она ужасно залипучая. И есть вероятность, что у кого-то из вас она может осесть в голове. Поэтому извините, если завтра будете ходить и в голове ее прокручивать. Я не причем, да. Песня называется «My love is evident». И там все время повторяются одни и те же самые слова в припеве. Вы сейчас вот их услышите? Все. Да. Надеюсь, что вы немножко загипнотизируетесь. Come on, baby, light my fire! Yeah.
женщин и мало мужчин. Поэтому сейчас мужчинам нужна как один. Мужчины! Биг бадабам, биг бадабам, эй! На кухне. И получилась такая песня. Она называется... эта песня «Я не хочу быть королевой красоты». I don't wanna be a beauty queen. Не обязательно. Если я не стану ей, не умру. Потому что быть собой, быть счастливой, быть любимой, это вообще просто зашибись. I don't wanna be a beauty queen. I wanna be happy. Небольшую поддержку щелчками. А я как раз проверю, сколько людей уже породнилось с нами. I don't.
Если у вас есть дети, скажите, это я. Это я. Так мало? Мне все сказали, если у вас есть дети, скажите, это я. Это я. А, следующая песня. Следующая песня. Следующая песня называется «Колыбельная Соня». Я хочу посвятить сейчас это исполнение моей дочке и вашим деткам, вне зависимости от того, сколько им лет, им может быть очень мало лет и очень много больше, чем мне лет, а также каждому ребенку, который жив внутри вас, колыбельная вот такая. Sometimes sunlight can be.
меня для вас есть одна новость. Ну, такая она. Для кого-то, наверное, такая больше плохая, для кого-то такая больше хорошая. Мы благодарим вас за замечательную поддержку нас сегодня. И завершает наше сегодняшнее выступление песня, которая называется «Family» — «Семья». Это тоже песня с супер вообще простыми словами. Даже ребенок может повторить. Очень простые слова. «You and I and we, I know, we family». Это все, что вам можно запомнить про эту песню. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Приходите к нам на концерты. Спасибо, что выбрали музыку и нас, а мы...